Приветствую, дорогие друзья. Я забыл вставить один номер в свой музыкальный вечер, когда были подписчики. И, друзья, я прошу прощения. Прошу прощения у этих деток, вот, потому что я закрутился, и я... Мне что-то было такое чувство, да, в душе. Думаю, наверное, что-то я... Кого-то я забыл. Думаю, да нет, всех вроде. И... В общем, надо было мне пересмотреть обратно все, еще раз или взять там бы на список. Вот, но уже есть то, что есть. Я уже потом кинулся, смотрю в сообщениях, думаю, что кто-то мне написал. Смотрю, ну да ты шо, думаю, забыл. Вот, я прошу прощения, что я так вот это сделал. На будущее, конечно, я уже буду делать список, потому что я решил в этом году номера раздвинуть, одни подписчики, ученики. Уже получилось многовато, я чуть растерялся, но это будет для меня урок. Урок теперь буду я в этом отношении более делать скрупулезнее и детальнее, подходить к этому делу. Но сегодня для вас сыграют детки, очень хорошая семья. Первый будет исполнять это семейный дуэт. Лапин Никита, 13 лет, он учится в 5 классе. И Лапина Руфина, ей 9 лет. Она будет играть на скрипке, баян и скрипка. И сыграют также Лапин Никита и Исаев Иван. Они сыграют дуэтом песню «Край Палестина». Два баяна, очень у них виртуозно получилось. В общем, подготовились они, молодцы. Все, друзья, занимаемся на инструментах. Учимся играть, учимся славить Господа. Приятного вам просмотра.